Глава милиции Брещины Олег Шуляковский охарактеризовал оперативную обстановку в регионе как стабильную. Он отметил, что в прошлом году сотрудники органов внутренних дел региона успешно справились с поставленными задачами. Мы с удовольствием констатируем, что Брещина является самым безопасным регионом в Республике Беларусь. Что касается структуры преступности, то 50% от всех совершенных преступлений составляют преступления по линии уголовного розыска, это общеуголовная преступность. 20% это киберпреступления, ну и остальные это экономические преступления, преступления в сфере наркотиков, нравов и преступления по линиям других служб. Имеем высокий рост киберпреступлений, почти на треть. Увеличилось количество преступлений, совершенных в сфере высоких технологий с использованием сети интернет. Но это закономерно, цифровизация и населения, и общества, и всех процессов налицо, и вместе с высокими технологиями развивается и преступный мир. Но мы предпринимаем усилия по установлению преступников, по пресечению их преступной деятельности, и заявляю, что если преступник находится на территории Республики Беларусь, то все эти преступления наши специалисты в IT-технологии раскрывают. Количество преступлений в Брестской области возросло на 30%. Материальный ущерб по выявленным преступлениям вырос в разы. Большинство случаев мошенничества – это методики вишенга и фишинга. Продолжена негативная динамика увеличения количества преступлений в этой сфере в отношении членов семьи. Положительная динамика наблюдается в сфере подростковых преступлений. Статистика показывает значительное снижение с 207 до 164 деяний. Большую роль в этом вопросе сыграла профилактика. Проблема вообще существования преступности среди несовершеннолетних, потому что дети – это будущее нашей страны, и наш долг не только как милиционеров, а и как просто граждан своей страны – воспитать деток законопослушными, потому что им принимать у нас страну. Поэтому мы очень серьезное внимание уделяем и профилактическим мероприятиям, и сугубо милицейским, и, конечно, взаимодействие со всеми субъектами профилактики. Поговорили и о едином дне голосования. Сотрудники милиции Брестской области примут все меры для обеспечения порядка и безопасности на избирательных участках. И эта работа уже ведется. На всех участках установлено видеонаблюдение. Наиболее серьезные участки, либо крупные, ну, с большим количеством избирателей, либо имеющие стратегическое какое-то направление, оборудованы не просто видеонаблюдением, а подключены к республиканской системе мониторинга общественной безопасности. То есть мы можем постоянно отслеживать и управлять этой системой. Каждый избирательный участок оборудован тревожной кнопкой сигнализации на случай необходимости вызова помощи. На каждом участке будет дежурить сотрудник органов внутренних дел. Сотрудников у нас достаточно, все мы обеспечим, в том числе и, конечно же, сделаем резерв на случай каких-то непредвиденных ситуаций. Касательно дорожно-транспортной обстановки, она характеризуется увеличением количества ДТП, при этом практически на 30% снизилось количество погибших. Подробнее об итогах пресс-конференции смотрите в расширенном сюжете в субботу в программе «Итоги недели». Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.